В ближайшие дни в Черногорске начнутся массовые субботники. Чистить улицы выйдут предприятия и организации, школьные и культурные учреждения. Поучаствовать в мероприятии чиновники приглашают и горожан. Убраться во дворах своих многоквартирных домов и частных владений. Специально для этого мэрия договорилась с коммунальщиками, чтобы в дни субботников мусор на городскую свалку принимался бесплатно. Напомню, в обычные дни на полигоне ТБО действует тариф – 30 рублей за один кубический метр мусора. С 22 по 26 сентября платить ничего не нужно.